Пассажирам поезда «Анапа-Москва» поездка на юг запомнится надолго, наверное, как и подчиненным Батажова и ее заседание. Только не теплым морем запомнится эта поездка и палящим солнцем, а скандалом в вагоне. В плацкарте семья почувствовала себя как дома, отгородившись от других шторкой. Получилась комната как раз размером с ванную 2 на 2 метра. В гости никого не ждали. На станции у города Тимашевска Краснодарского края поезд остановился на 40 минут. Снаружи пекло по 30, кондиционеров в вагоне не было, и тут еще и синтетическая шторка, от которой веет жаром. Молодая пара попросила убрать заграждение, а потом началось вот это. Спор едва не перешел в драку. Пассажир купе в плацкарте кричал, что семья всегда так есть, и никто не возмущается. Призывал остальных к совести, ведь едут с ребенком. При этом не стеснялся в матерных выражениях. В общем, позаботился о комфорте детей, но не об их воспитании. Остановить скандал удалось проводнице. Она пригрозила вызвать полицию, и тогда уже плацкарт притих.